Тверские полицейские раскрыли кражу автомобиля. К совершению преступления причастны ранее судимые жители Тверской области. На своих экранах вы видите, как, не сумев завести машину, подозреваемые в попытке запустить двигатель стали толкать автомобиль. Попытка оказалась безуспешной. Злоумышленники оставили машину в соседнем дворе и скрылись. В полицию обратился 33-летний владелец ВАЗа. Как выяснилось, мужчина небрежно относился к хранению своего транспортного средства. Машина не была заперта, ключи оставлены в замке зажигания. Изъятые экспертами-криминалистами отпечатки пальцев рук позволили установить личности подозреваемых. 19 и 31-летнего парней задержали в Старицком районе области. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. В Оржеве из супермаркета украдены продукты. Ущерб превысил 3000 рублей. Камеры видеофиксации запечатлели молодого мужчину, который снял с холодильной витрины упаковки с колбасой, спрятал их под одежду и покинул магазин. Подозреваемый – 23-летний, ранее судимый безработный житель Ржева. Задержан. Полицейским он сообщил, что колбасу съел. Установлена причастность фигуранта к двум эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 300-летний юбилей со дня образования прокуратуры Российской Федерации отметили сотрудники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Сегодня экология – один из приоритетов развития государства. Только в текущем году в Волжско-Каспийском бассейне нами пресечено более 20 тысяч нарушений закона. Волжская прокуратура – это большая семья единомышленников, мощный и слаженный коллектив, способный решать ответственные государственные задачи. Каждый работник – профессионал. Волжская межрегиональная прокуратура в централизованной системе Российской прокуратуры была создана в 1990 году. Сейчас в ее состав входит аппарат прокуратуры, расположенный в Твери, и 19 межрайонных природоохранных прокуратур в 17 субъектах Российской Федерации от истока Волги до Каспийского моря. Тот объем задач, которые вы выполняете, но многим просто не позавидовать. А самое главное, ваша работа видна реально. Реально в чистоте воды, реально количество рыбы, которое появляется, реально количество лесов, восстанавливаемых на территории, где вы работаете, службу несете. Воздух, который мы дышим. Вот сейчас пандемия идет, так вы можете представить, на территории Тверской области заброшенные деревни и хутора стали раскупать, как горячие пирожки. И стали там люди и проживать, и стараться где-то себе место найти. А почему? Потому что у нас природа, у нас красота. А эту красоту сохраняете вы. За 2021 год волжскими прокурорами к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 5000 правонарушителей. Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц прокурорами направлено 300 материалов проверок. Комитет образования Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, вы и прокуратура Тверской области, между нами сложились конструктивные деловые отношения. Вопросы, касающиеся охраны природы, в том числе бассейна, реки Волги, являлись предметом рассмотрения на заседаниях совместных коллегий прокуратур. В Твери на церемонии награждения присутствовали представители всех 17 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. 30 сотрудникам ведомства вручены награды, ценные подарки, поощрения и объявлены благодарности.